Ну, вот так бывает всегда. Хозяева выходят на сцену позже гостей. Рождественские встречи. У нас рождественские встречи сегодня. Здравствуйте, дорогие мои гости. Ну, вы поняли, что это они тут репетируют без меня. И решили, что вообще концерт начнется завтра. Так что мы с вами уходим. Друзья мои, присядем и поговорим. Мы сегодня будем разговаривать с вами, дорогая наша публика, и те, кто по другую сторону экранов, вы тоже присоединяйтесь к нам. Ну, свое приветствие сегодня уже сказали наши любимые музыканты. Я всех представлю. Лауреаты международных конкурсов Карен Шахгалдян, Максим Новиков, Николай Шугаев. Ну и сегодня я с вами, Светлана Бережная. Дорогие мои друзья, спасибо. Что это было за приветствие? У вас там микрофоны спрятаны в кустах. Да, у нас все. И вообще-то, ну, можно иногда положить инструмент на стол, если что. Я боюсь, там уже лежит альтовый смычок, я не хочу смешивать скрипичный. Чтобы вы знали, альтисты и скрипачи, они всегда ссорятся, и это нормально. Кстати, почему? Это мы еще вообще не ссоримся. Нет, я предупреждаю публику, я знаю, что здесь, ну, я не думаю, что здесь будет до драки, но, в общем, мы с вами приготовимся к такой полемике. Они будут общаться и выяснять отношения. Вот бы они когда-нибудь поменялись инструментами. Я просто мечтаю об этом. Легко. Света, я думаю, что это... Микрофон? Вы не хотите микрофон взять тоже? Я даже предлагаю в виде эксперимента, если Карен прям согласен, пусть он сыграет Шуберта сегодня вместо меня. Это будет прекрасный повод. Нет, так нечестно, так нечестно. У меня важный звонок сейчас, я отойду ненадолго. У нас рождественские встречи или дуэли? Дуэли. Я вижу, что... Нет, я сейчас всех помирю. Вы-то свое приветствие сказали. Пожалуй, пора и мне сказать свое слово. И я хочу поздравить уже с наступившим Рождеством. Ведь на Западе уже католический, протестантский, христианский мир уже встретил Рождество вчера. И я играю для гостей. И для вас, дорогая публика, и для вас, дорогие друзья, кто смотрит сегодня нас, Merry Christmas, Feliz Navidad, Bon Natale и еще на многих языках, все равно, независимо от санкций, которые придумали странные люди, мы с вами дружим, мы вас любим, как и вы нас. Багуно, Аве Мария. Thank you.
Спасибо большое. Ну, наверное, стоит сказать о том, что сегодня на сцене у нас все гости приехали из разных стран. Николай, вы приехали с самого... Ой, можно мы не будем здесь играть роли? Мы же с тобой на «ты» давным-давно, правда? Много лет. Мы много лет на «ты». И Николай приехал из Швеции. Холодно. Давно? Ну, вообще, сложно понять, откуда Николай приехал, потому что то Николай приезжает из Италии, то из Швеции. Вот. Но это не важно, откуда я приехал. Главное, что я сейчас дома. Ну, а там холодно. Да. Понятно. То есть для нас все равно, вот для нас всех здесь присутствующих, откуда бы мы ни ехали, мы все равно в России дома. Мы дома, и мы с вами сейчас мы просто с огромным удовольствием играем для нашей российской публики, которая, вот, пожалуй, согласитесь, наверное, лучшая публика в мире, самая просвещенная, самая эмоциональная. И иногда даже бывает сложно, бывает и с партитурами сидят в зале, правда? Очень даже часто. У нас так получилось, что вот в декабре мы проводим вместе с Максимом Анатольевичем в гастрольном туре по России как раз. Ну, в хорошем смысле, конечно. В хорошем, конечно, в творческом. И у нас как раз получилось, что холодные регионы, то есть мы были в Перми, мы были в Красноярске, в Екатеринбурге, и вот сейчас вот приехали сюда, и надо сказать, что действительно, во-первых, очень теплая публика, может, это компенсация за температуру на улице, конечно, но сколько я себя помню, всегда так. И действительно очень понимающие и знающие, это правда. Ну да, а знаете, открою вам секрет, они из Красноярска присылают фотографию, а там на фото лопнувший смычок. Я говорю, как теперь мы будем играть? Но оказалось, что смычок, второй альтовый смычок был в кустах, что называется. Нет, в стране нашелся второй альтовый смычок. Нет, просто на альте можно играть любым смычком. Ой-ой-ой. Кстати, то произведение, которое мы будем сейчас играть с Максимом Новиковым, на самом деле его можно играть, конечно, и на скрипке, и на виолончели, и на альте. Но написано это произведение было для инструмента, которого вот в данный момент он вообще не существует. Вообще он просуществовал фактически чуть больше года, правда? Да, вот в чем его особенность, Максим, ну поправь меня, в чем особенность этого? Ну, я думаю, что всякие вот эти вот особенности этого инструмента Николай лучше знает. Потому что это была подделка под виолончель, в принципе. А, все-таки. А я думал, мы говорим о пиле. Все-таки, что-то, почему вообще, почему он не выжил? Этот инструмент назывался арпеджион. А можно я расскажу короткую историю смешную? Конечно. Про Красноярск. Про Красноярск. Да. Сейчас вам все будет понятно насчет инструмента. Значит, однажды я должен был поехать на гастроли в дальний город Братск. И так получилось, что организаторы почему-то не зарезервировали для меня, для виолончели, для моей второй билет. Как известно, летать на самолете без второго билета невозможно. Вас просто не посадят. Или заберут инструмент в багаж. А в багаже, естественно, инструмент разобьют. Поэтому не вариант ехать без второго места. Ну, я прихожу на стойку регистрации, они говорят, ну, Николай, мы не можем вас посадить, потому что у вас нет билета на виолончель. Я говорю, стоп, а это не виолончель. Они говорят, как? Я говорю, очень просто. Это арпеджионы. Они говорят, какая арпеджионы? Я говорю, подождите. Это барочная гитара. Они говорят, сейчас, подождите, сейчас посмотрим. Так, написано. Значит, контрабас нельзя. Но это не контрабас. Так, виолончель нельзя. Но это не виолончель. Гитара можно. Так, подождите, а как вы докажете, что это гитара? Я говорю, очень просто, сейчас вам достану и сыграю. Достал мою любимую виолончель из футляра и сыграл пару аккордов, так сказать, как на гитаре, так брам-брам-брам. Вот поверьте, что благодаря такой вот смекалке я проехал весь полет от Москвы до Красноярска, держа виолончель на коленях. То есть,
А я-то думала, что он расскажет про арпеджионы. Ну, мы не будем рассказывать про арпеджион, для которого была написана совершенно чудесная соната, а, пожалуй, мы с Максимом Новиковым сыграем Шуберта, да, не на виолончели, а на альте.
И ведь главное, никакой арпеджона не надо. Ну да. Да. Максим Новиков вообще совершенно фантастический. Какой звук, как человеческий голос у альта. Обожаю. И прям не хочется отпускать, тем более, что сейчас ты не будешь уже играть. Никогда? Нет, что значит никогда? Нет, сейчас ты не будешь играть. И мало этого, я тоже не буду играть. Мы будем... Вообще, я предлагаю выпить шампанского. Да, дорогие друзья, мы не можем вас позвать всех на сцену, и тем не менее мы хотим выпить за ваше здоровье. 18+. Да, и это 18+. С наступающими праздниками. Ну что ж. А это действительно шампанское? Ну, в общем, да. Необычное шампанское, очень вкусное. Я думаю, что у нас, между прочим, в буфете есть шампанское, так что вы выйдете и получите еще большее удовольствие. Нет, концерт тоже пьянящий, честно. Тем более, что сейчас прозвучит совершенно необыкновенное сочинение Глиера. Это три дуэта для скрипки и виолончели. Вот они пошли готовиться. Они пошли срочно готовиться. Прелюдия, гавот и этюд. Вы знаете, что меня в нашей программе сегодня удивляет? Вот вроде бы мы обсуждали долго, что мы будем сегодня играть. Но в процессе обсуждения программа менялась до вчерашнего дня. Мы все время думали и размышляли. Оказалось, что практически все произведения, которые мы играем, они абсолютно такого зимне-пейзажного характера. И наш выбор вот сыграть арпеджион Шуберта, и, кстати говоря, то произведение, которым вас встретили сегодня, это была музыка Иоганна Себастьяна Баха. Максим, согласись, вот пока там звонит телефон, мы с тобой будем паузу говорится, держать. Заполнять паузу, да. Бах написал ведь это сочинение от чего? От бессонницы. От бессонницы, представляете? Ему не спалось. Для бессонницы. А, для бессонницы, чтобы усыпить. Но не от бессонницы, а для бессонницы. Для бессонницы, ну да. Ой, кстати говоря, знаете, мне пришел на ум один анекдот. Ты говоришь, для бессонницы. Получается, что бессонница – это главная роль. Супруга говорит своему мужу: дорогой, давай пойдем послушаем концерт Моцарта сегодня в консерватории. Зачем мы пойдем слушать Моцарта? Он же ясно написал, что концерт будет для скрипки с оркестром. Так вот, Глиер, три дуэта. Thank you.
Спасибо, дорогие друзья. Мы продолжим наш сегодняшний вечер. Ну, как вы поняли, мы будем менять краски. Мы все время будем менять сегодня, ну, если не костюмы, то стили музыки. Они будут очень разниться. Но прежде чем поменять время и краску, я хотела спросить. Карен, вот вы в Красноярск поехали из Еревана? Почти. Почти. А вот очень хотелось бы знать, в Ереване сейчас тепло. Как встречают Новый год там? Весело, вот. Хорошо. В Ереване, кстати, есть одна потрясающая особенность. У меня даже есть ощущение, что мы об этом рассказывали, но я с удовольствием расскажу еще раз. Это действительно чудо, настоящее природное. Даже если всю зиму до 31 декабря в Ереване нету снега, в новогоднюю ночь всегда идет снег. В этом году, к сожалению, я не смогу проверить сам, но надеюсь, что будет то же самое. Мы здесь организуем, да. Потому что в Кисловодске практически то же самое, да? Происходит. Да. Да. Но, если вот вдруг снега нет? Диаспора завезет и сюда, и туда сразу. Все, я так и знала. А вы знаете, наш оркестр как-то гастролировал в Испании и в Италии. А мы приехали на юг Италии, вот ближе туда, вот к Пулии, вот в эту сторону. И там просто, ну, априори не может быть снега никакого, никак. И мы приезжаем, декабрь месяц. И насколько постарались, маленький городочек, нас не могли туда отвезти, оркестрантов не могли туда отвезти, потому что это на горе город, туда большие машины не поднимаются, только самые маленькие велосипедисты, то есть старинный город. И мы шли пешком, мы поднимались всем оркестром, да, 80 человек, такие мы ползем с инструментами наверх на гору. Поднимаются и городские ворота, мы переходим через такой мостик и совершенно в шоке, потому что мы поняли, что к нашему приезду... Армяне завезли снег. Нет, это были не армяне, это были итальянцы, но тем не менее ты совершенно прав. Мало этого, по всему городу люди нас встречали, они оделись, ну тепло, на улице-то тепло, они одели шапки, то есть они изображали для нас зиму, они думали, что русские без зимы жить не могут. Вот, наверное, поэтому я сейчас буду играть произведение итальянского композитора Доменико Скарлатти, соната фа минор, и я буду играть на клавесине.
Но мне бы хотелось сказать два слова. Сейчас, конечно, можно шутить, продолжать об армянах и о снеге, завезенном армянами. Вот. Но сейчас бы хотелось немножко превратиться в такого, скажем так, ученого музыканта и рассказать вам чуть-чуть о совершенно удивительном, о том, что происходит вообще на сцене, на самом деле. Вот Светлана, это же вообще удивительный мультиинструменталист. И сейчас вам объясню, почему. То есть я сидел и думал, как вот интересно. Клавесин, клавичембало – это, по сути дела, струнный ударный инструмент. То есть есть натянутые струны, там есть такие крючочки, и, соответственно, каждая нота нажимается посредством нажатия клавиши. Причем, если вы потрогаете, когда у вас будет возможность потрогать именно клавесин, то клавесин имеет очень достаточно такое, как сказать… Противодействие. Да. То есть нужно вот нажать с определенным усилием. Рояль – это, конечно же, тоже молоточковый, конечно же, тоже перкуссионный инструмент. Но там совершенно другая механика и совершенно другое туше. Туше – то есть касание руки. Это тоже очень интересно. И, конечно, обладать вот этими, так, пересаживаться с одного инструмента на другой, ну, это вообще достойно невероятного уважения. Но… Все-таки Светлана Владимировна еще и королева в первую очередь, я не знаю, в какую очередь, но, наверное, да, мне кажется, что ты действительно королева органа. Ну, орган, да, я органистка прежде всего. Орган, друзья, это духовой инструмент. Вы можете себе представить, что это совершенно разные, как будто что там клавиши везде одинаковые вроде, там до, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. Нет, кстати, вот по поводу одинаковые или не одинаковые, очень часто мне задают этот вопрос, говорят, а как вот… Нет, клавиши не одинаковые. Это как у инструмента мензура, да, да вот да. Так и у нас тоже есть у клавишников, скажем так, есть мензура. Октава клавесина и октава рояля и органа – это, ну, как говорят в Одессе, три большие разницы. Совершенно разные. Разные по размеру, не только по прикисной, по размеру, прежде всего по размеру. Ну, в общем, я считаю, что это стоит большого, так сказать, круга аплодисментов. Спасибо. Спасибо большое. Получается, что орган – это духовой инструмент, на котором играют ногами. Ну, в общем-то, да. Да, в какой-то мере. Кстати говоря, я Аву Марию-то я играла, я пела ногами, потому что вся сольная партия была в ногах. Но… А сейчас все-таки мне не хочется так оставлять сразу клавесины. Я предлагаю, Максим, мы покажем современную музыку, которая написана для альта и клавесина. И это итальянский композитор Роберто Ди Марино. Мы уже очень полюбили его музыку. Я даже… Кстати, ему сейчас привет, потому что он 100% нас смотрит. Роберто, бон натале. Да, он сейчас смотрит наверняка. И это мы сегодня будем не одно его произведение играть. Ноктюрн. Роберто Ди Марино. Thank you.
и мы предупредили о том, что мы не хотим делать большую паузу между произведениями этого композитора. И сейчас прозвучит вновь музыка Роберто Ди Марино. Вообще, на самом деле, музыка этого композитора, она настолько и свежая, и настолько традиционно итальянская, и такая современная, и такая мелодичная. Публика очень ее любит обычно. И для вас звучит такой замечательный дуэт для альта и виолончели. Совершенно новогодняя маска. Абсолютно. Это произведение, я так как мы очень дружу с Роберто, и теперь и ты тоже. Да. Вот. Как-то я пересматривал все его произведения, которые на его канале в YouTube, значит, есть, и обнаружил для себя неожиданно маленькую пьеску, которую он написал для гитары соло, ну, в общем-то, просто для гитары, вот, не арпеджионы в исполнении Николая, а именно по-настоящему гитары, которая называется «Пьеро». И мне что-то так она понравилась, что я решил, вот, ничего там особо не менял, ну, вот, сделал такое маленькую аранжировочку, да, в которой альт занимает свое обычное место, когда в мировом кинематографе мы играем аккомпанемент. Ага. Вот. То есть здесь, наконец-то теперь, да, я знаю. Ну да, я решил отдохнуть немножко, вот, и здесь у виолончели, значит, соответственно, голос, а альт вот что-то такое подыгрывает. Очень любопытно. «Пьеро» Роберто Ди Марино. Вот действительно совершенно новогодняя история, и знаете, это такое эстетство. Я, честно говоря, прежде чем мы продолжим не менее таким удивительно пейзажным сочинением, когда-то, наверное, лет 20 назад, я написала романс на свои стихи, и так получилось, что приезжала одна из певиц, я не буду называть ее имени, она достаточно известный человек, и я хотела подарить ей этот романс, дабы она пела в своих программах, потому что я понимала, что это для ее низкого голоса, и это будет очень красиво. Мы встретились, и я ей показала этот романс, на что она мне сказала: «Это такое невероятное эстетство. Кто же это будет слушать?» — сказала она мне. И вы знаете, прежде чем мы с Кареном сыграем чудесную совершенно пьесу Клода Ашеля Дебюсси «Лунный свет»,
Я вам прочту те стихи, на которые был написан тот самый романс, для того, чтобы вы прочувствовали. Мы сегодня собрались эстетствовать. Тихо, холодно, светло, дождь умыл мои мгновения. Синей музыки стекло не приносит мне забвения. Монотонные страдания, просто жизнь, а не горение. Несудимо расстояние, осудимо промедление, и в ладонях сизый вечер, одиночество, прощение, ожидание скорой встречи, бесконечное течение, только музыки, мерцание синим светом красит время. Это смерти отрицание, это вечность вдохновение. Thank you.
Спасибо. Но я вообще, честно говоря, ну, конечно, мы должны за красоту, за эстетику, за любовь. И вам придется встать, дорогие друзья, потому что сейчас мы будем играть вместе. Ну что ж, мы продолжим нашу программу музыкой Филиппа Эммануила Баха. Правда или я что-то ошибаюсь, да? Так и есть. А, так и есть. Я уже испугалась. Я думаю, что-то я не то подумала. Карл Филипп Эммануил Бах вообще был удивительным совершенно композитором. Он был дружен с Моцартом, и они играли даже в четыре руки, и он брал уроки у него. И музыка, которую мы будем играть, вот честно говоря... Ведь я правду говорю, мы решили это играть позавчера. Вот, просто мы не могли, мы когда увидели эту красоту, у нас отпало всякое сомнение, что мы должны, при том, что она минорная, но это такой красивый минор новогодний. Ведь в каждой сладости праздничной есть... небольшая грусть, и даже иногда можно всплакнуть. Карл Филипп Эммануил Бах, Адажио. Thank you.
хочется сказать, что мы немножечко в Европу так вошли плотно. И музыкой сегодня, и нам хочется все-таки вспомнить, где же мы с вами сейчас находимся. Мы с вами в России. Мало этого, мы с вами на Кавказе. И да-да-да, не при армянах будет сказано. Мы на Кавказе, и хочется сыграть то произведение для вас, которое вот особенную краску имеет. Я что-то не так сделала? Они почему-то так хитро улыбаются. Что? А, правильно, да. Я подумал просто про свою пьесу. А я так и знала, потому что он хотел играть раньше. Нет, нет, нет. Сейчас у нас продолжается такое новогоднее, может быть, грустное, медитативное и в то же время очень-очень душевное настроение. Сергей Васильевич Рахманинов, мы с Николаем Шугаевым играем для вас знаменитейший романс «Не пой, красавица, при мне». На слова Александра Сергеевича Пушкина. Но я думаю, что виолончель так умеет петь, вы, конечно же, услышите этот текст и эти удивительные слова. Thank you.
даже очень сложно после такого романса, после такого откровения. Ну, Карен, мы все-таки... Знаете, в нашей программе так странно происходит, что армяне играют русский танец. Это классно, это на самом деле здорово, и я это очень люблю. Но вот, видите, мы с Николаем, да, играем абсолютно кавказский романс, а Карен Шагалдян играет русский танец. Карен еще может это в кокошнике делать, кстати, здорово. Очень часто я этим занимаюсь. Но так как мы вышли все-таки все из русской скрипичной, просто Аэрофлот ему не разрешил пронести кокошник. Аэрофлот не разрешил кокошник провести. Ну, что ж ты не подготовился? Максим должен все-таки пошить ему кокошник. Русский танец Петра Ильича Чайковского из балета «Лебединое озеро». Thank you.
не расстанемся мы с Петром Ильичем Чайковским, тем более, что именно он написал произведение, которое нужно сыграть в сегодняшний день. Ну, конечно, вы догадались, это «Декабрь» из цикла «Времена года» «Святки». Thank you.
Мне не разрешают даже присесть. Вот не отдохнуть, не присесть, не даже шампанского выпить. Все аплодисменты вообще-то прозвучат. А, не все аплодисменты прозвучат. Нет, меня зовут к станку. Тем более, что, пожалуй, это, наверное, ну, один из самых шуточных номеров нашей программы. А, Коль, мы вообще не расскажем о том, что мы будем играть. А мне кажется, что надо, потому что кто-то подумал, вот они пьют за наше здоровье, они знают, сколько здоровья нам нужно, чтобы это сыграть. Нет, надо объявить. Надо все-таки объявить, что, во-первых, кто написал эту фантазию на тему Россини Фигаро? Это кто это был? Марио Кастельнуово Тедеско. И сделан, ну, изначально для скрипки. Да, эта фантазия была сделана для скрипки, издевались там над пианистом, конечно, а вообще сделана была для скрипки. Вот. А Пятигорский, да, величайший виолончелист, он сделал это для виолончели. Колин заставил это меня выучить. Я вообще не понимаю, как мы это будем играть, потому что на самом деле это вы будете ожидать, что мы сыграем Фигаро, на самом деле это, по-моему, такое подшучивание над этой музыкой. Thank you.
Ну что ж, дорогие друзья, говорят, когда даме подрезают крылья, а Николай тут активно подрезал мне крылья в этой музыке, то эта дама начинает летать на метле. Доигрался? Доигрался. Полетели. Thank you.
дорогая наша Россия, с наступающими праздниками. Мы хотим пожелать вам добра, любви, здоровья, счастья. Пусть будет все у нас прекрасно, и главное, чтобы наше счастье было понятно нам самим. За вас, дорогие друзья, и бывайте на наших концертах, вы узнаете много нового, не только в музыке. Thank you.
праздниками вас, дорогие друзья! Будьте здоровы и будьте с нами. Будьте с музыкой в душе.